Всем привет! Окей, еще разок. Всем привет, меня зовут Надежда, мне 19 лет, и я учусь на первом курсе на юридическом факультете Российского государственного университета правосудия Западно-Сибирский филиал. Я очень люблю петь, мой душ в восторге от меня, соседи пока не жалуются, это классно. Закончила музыкальную школу по классу фортепиано, я занималась там 9 лет. Правда, навыки со временем теряются. Занималась фехтованием. Постоянно планирую туда вернуться, но времени все-таки не хватает. А может быть, я просто ленюсь. Закончила юридический колледж, то есть у меня есть среднее образование по специальности право социального обеспечения. Я занимаюсь моделингом. Мне очень нравится фотографироваться, сниматься в различных видео для чьих-то проектов, для рекламы. Это классно. Серьезно, перед камерой, когда надо фотографироваться, а не говорить, я чувствую себя комфортно. Вот. Мне нравится эта сфера. Фэшн, макияж, визаж, ну там, прически. Очень классно. Люблю общаться с друзьями, гулять. Но своим лучшим другом я все считаю мою маму. Она у меня классная, во всем меня поддерживает и понимает, если вы понимаете, о чем я. Очень люблю свой родной город, Томск. Я родилась и живу здесь. Безумно. Даже если я когда-нибудь перееду, то Томск все равно останется моим любимым городом. Безусловно, и буду сюда приезжать. Я не люблю лето. Да, мое любимое время года — это зима. Люблю, когда прохладно. Жара вообще не мое. Очень люблю сладкое. Вкусно покушать — это прям очень круто. Что еще сказать? Не знаю. Нажимай на стоп.